Он создает будущее своими руками. Таня, человек хочет увидеть антропоморфного гуманоидного робота с руками, ногами, который улыбается, за тебя делает какую-то задачу, ты можешь посидеть и кофе попить. От робоконструктора до антропоморфного гуманоида. А о чем ты мечтаешь? Чтобы Билл Гейтс пожал мне руку. Он точно знает, когда роботы будут играть в хоккей и отправятся в космос. Пускай он в виртуальной среде миллионы лет, если ему надо, эволюционно развивается и нарабатывает свою мышечную память. И предсказывает рождение новой науки о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Роботы в процессе труда и взаимоотношения любви, вот они стали больше человеками, чем тогдашние люди. Изобретатель Григорий Прокопович в проекте «Белорусы». Я оказался один из таких романтиков. В пятницу на «Беларусь-24».